Всем привет! С вами Дмитрий Урсул, это новый выпуск Quick News, в котором мы поговорим с вами о новостях из мира плагинов и музыкального оборудования за последние две недели. И давайте начнем сразу с первой новости. Первая новость у нас прямиком из Австралии. Как вы знаете, в последнее время постоянно идут споры по поводу честности стримингового бизнеса музыкального, потому что и Spotify, и Apple Music, все это не совсем прозрачно, многие жалуются, даже несмотря на то, что они пытаются постоянно себя обелить, скажем так, то есть выкладывая всякие статистики, всякие формулы расчетов и так далее, все равно бытует мнение, и часто оно подтверждается, что, во всяком случае, в Spotify в том же самом, больше популярности и большего, скажем так, профита от стриминга музыки получают более популярные артисты в том плане, что за ними стоят лейблы, лейблы спонсируют или лоббируют попадание в те или иные плейлисты. В общем, все это не органически происходит, а вполне себе целенаправленно. И, соответственно, многие в связи с этим негодуют. И вот в Австралии появились энтузиасты, которые запустили такой свой некий аналог, такую мини-стриминговую платформу, которая называется The Pack. Пока что она работает в тестовом режиме и доступна только музыкантам и пользователям из Западной Австралии. Там пока что в тестовом режиме зарегистрировалось 300 исполнителей, абсолютно независимых, то есть важное условие, чтобы не было никаких лейблов, ничего, то есть абсолютно такие независимые создатели контента, ну что-то типа таких YouTube-блогеров, только с точки зрения музыки. И, соответственно, пользователи, также тоже 300 человек, плюс донаты от различных бизнесменов, то есть все это делает такой некий бюджет, из которого 60% идет, опять же, в работу сервиса и в его продвижение, в развитие, а 40% идет тем самым 300 музыкантам, пока что в тестовом режиме. И, соответственно, создатели пытаются понять вот эту экономику, не как говорят большие компании и как оно якобы есть, а вот прям вот на своем опыте оценить, как это все происходит, как вот это распределение денег работает, и попытаться смоделировать, как это будет работать, если там будет не 300 человек, а, ну, там, несколько миллионов артистов, например. В общем, интересно проследить за этим, пока, еще раз повторюсь, доступно только в Австралии, но разработчики намерены прям перевернуть мир стриминга. Посмотрим, удастся им это или нет. Будем следить за новостями. Компания Cherry Audio поистине пытается догнать Артурию в реинкарнации старых синтезаторов в виде плагинов. И у Cherry Audio уже вышло довольно много в прошлом году синтезаторов, которые эмулируют классические от Juno до Юпитера, всяких Мугов и так далее. И сейчас они выпустили реинкарнацию Юпитер 4, это такой предшественник того самого Юпитер 8. Он был четырехголосный, выпускался, по-моему, с конца 70-х, где-то до начала 80-х. И довольно популярный синтезатор в то время был, во многих культовых группах он использовался. И, конечно же, Cherry Audio добавили все новые фичи, увеличили количество голосов, но при этом сохранили все основные функции, его устройство, звучание, как они заявляют. То есть довольно здорово. И Артурия тут же в довесок объявила о том, что она тоже добавила новый синтезатор в свою коллекцию, Vintage Collection, который называется SQ80. Это такой очень популярный, но редко встречающийся синтезатор от компании Ensoniq, которая выпускала его в 87 году. Он так и назывался, SQ80. И компания Arturia прям гарантирует, что они воссоздали полностью движок этого синтезатора, добавили туда побольше волн, потому что для тех, кто не в курсе, это уже был такой цифровой, скажем так, синтезатор, то есть у него были цифровые осцилляторы, которые генерировали цифровые формы волн. Их было не так много, но Артурия, естественно, туда добавила побольше волн, и синтезатор стал больше соответствовать современным трендам. Но и как все остальные синтезаторы у Артурии, помимо, собственно, кастомайзинга и всяких дополнительных фич, конечно же, можно погрузиться полностью в экспириенс рулежки вот именно тех железных синтезаторов, потому что Артурия максимально старается приблизиться именно вот к этому экспириенсу взаимодействия. Так что, если у вас есть, например, приобретенная V-Collection от Артурии, то вы можете всего за 49 евро докупить этот синтезатор. Ну а временно он пока продается для всех остальных за 99 евро в честь выхода, и дальше цена будет, скорее всего, увеличена. Вот. Все ссылки будут в описании на эти синтезаторы, так что если вам что-то интересно, хотите что-то послушать, посмотреть демки, переходите по ссылке в описании к этому ролику. Приложение DJ получило интеграцию вместе с Shazam. Это такое приложение для тех, кто не знает, которое позволяет создавать быстрые мешапы и миксы из песен. И раньше нужно было туда загружать самостоятельно песни, а сейчас можно прослушать, скажем так, через это приложение с помощью базы данных Shazam какую-либо песню, которую вы слышите где угодно вокруг вас,
и на ее основе приложение сразу вам предложит какие-то треки, которые могут подойти для составления того или иного сета. То есть это напрямую, конечно же, относится новость к диджеям. Теперь будет проще работать, то есть если вас на что-то вдохновило какой-то трек, на какой-то некий сет, там может быть полчасовой, может быть часовой, то этот сервис поможет вам, собственно, подобрать подходящие треки по темпу, по тональности, по стилю. И очень здорово, что Shazam теперь интегрирован. DJ, вообще сама вся программа, предложение бесплатное, но, естественно, есть Pro-версия, где больше функций и возможностей, и она работает по подписочной модели. Так или иначе, в App Store можно запросто скачать эту программу и потестировать в бесплатном режиме, как работает вот эта интеграция с Shazam. С каждым обновлением секвенсор Logic Pro обрастает все большим количеством функций, меню и инструментов. А вы до сих пор не можете понять, как все это выучить и, самое главное, как использовать на практике? Никаких проблем! Я подготовил для вас максимально подробный видеокурс, состоящий из нескольких частей, в котором в мельчайших деталях разбираю все возможности секвенсора Logic Pro в теории и на практике. Каждая часть продвинутого курса Logic Pro – это отдельный мини-курс, поэтому можно смотреть в любом удобном порядке. Ну а после просмотра всех частей курса вы сможете считать себя самым продвинутым пользователем Logic Pro, а процесс работы с музыкой станет гораздо быстрее, насыщеннее и увлекательнее. Не откладывай обучение на потом, начни прямо сейчас. Ссылка в описании к этому ролику. Ну и резко давайте перейдем к бесплатному контенту, которого очень много за последние дни появилось. Я попытаюсь сейчас о самых вкусных рассказать. Первая — это компания Overloud. Для тех, кто не знает, очень крутая компания, которая делает классные плагины, особенно эмулирующие усилители. Я обожаю их Mark Bass, обожаю THU, использую для гитар. Так или иначе, у них есть серия под названием Gems, где они пытаются воссоздать железные приборы для обработки звука, компрессоры, эквалайзеры, там у них уже довольно большая коллекция, в принципе есть все, что есть у других разработчиков, но сейчас они выпустили свою версию классического хоруса от Roland, Dimension D, это был такой прям культовый девайс 80-е, очень на многих записях он присутствовал, он используется и как хорус, и как такой дополнительный сатуратор, и как стереорасширитель, потому что из-за хоруса любой звук становится как будто стереофоническим. На самом деле у этого плагина уже существуют аналоги довольно давно, например, у моих любимых Sound Toys есть MicroShift, который как раз-таки тоже основан на этом девайсе, плюс у Arturia недавно тоже вышла своя версия этого плагина. И вот сейчас Overloud тоже ее выпустили, но самое интересное — это то, что для тех, у кого есть аккаунт на сайте Overloud, каждый день до 27 сентября, поэтому поспешите, до 27 сентября каждый день раздается по 1000 лицензий абсолютно бесплатно. То есть этот плагин можно будет прям просто себе добавить в свой личный кабинет, абсолютно официально, скачать его, установить, зарегистрировать и пользоваться. То есть это не демо-версия, не какая-то пробная урезанная версия, это абсолютно полноценная версия, которая вот таким вот образом, привлекая внимание, раздается. Но поспешите, 27 сентября эта акция закончится, поэтому переходите по ссылке в описании к этому ролику и забирайте себе этот плагин. Компания Reverb вновь раздает свой набор сэмпл-паков, основанных на большом количестве драм-машин из 70-х, 80-х. Мы постоянно так или иначе затрагиваем эту тему, потому что она действительно стала популярной в последнее время. Вся современная музыка так или иначе задействует вот эти самые винтажные драм-машины, поэтому я постоянно про них вспоминаю в каждом выпуске. Но так как не у всех есть возможность и желание приобретать железную версию, есть, конечно же, уже на рынке довольно большое количество сэмпл-паков, но так или иначе Reverb решили раздать свою версию со своими паками, упакованными этих драм-машин. На самом деле это не первый раз, они уже это делали в честь поддержки музыкантов, когда всех посадили на самоизоляцию весной 2020 года, и уже этот пак мелькал у нас, и я про него тоже рассказывал, и уже многие его скачали, но если вдруг вы пропустили, то сейчас этот пак можно опять же скачать с сайта Reverb, также перейдя по ссылке в описании, и этот пак вообще оценивается в $900, но сейчас его раздают абсолютно бесплатно, так что я уверен, вам он пригодится, поэтому лучше скачать, пока они его опять не перестали раздавать.
Ну и напоследок, интересный плагин выпустила компания Audek, абсолютно бесплатный, называется Shaper, который, собственно, и судя из названия, представляет собой Wave Shaper, который обрабатывает сигнал и меняет его, модулируя, собственно, какими-либо волнами. То есть это выглядит как в любом синтезе, особенно в FM-синтезе. Здесь есть некоторые формы волн, которыми модулируется входящий сигнал. То есть поначалу, если это небольшая степень подмешивания, небольшая степень модуляции, это звучит как такой некий дисторшн или какой-то биткрашер или какой-то овердрайв. Ну а потом форма волны может вообще просто жестко измениться именно входящего сигнала, и, соответственно, звук может измениться до неузнаваемости. Поэтому это что-то типа дисторшена, но немножко со своими такими синтезаторными призвуками. Поэтому довольно интересный тип плагинов. Если у вас в коллекции подобного плагина нет, также переходите по ссылке в описании, скачивайте, устанавливайте, пробуйте. Уверен, вам понравится и в каких-то определенных ситуациях пригодится. Ну а на сегодня это были все новости. Пишите в комментариях, что вам больше всего понравилось, какой бесплатный плагин вы уже прям сразу скачали. Увидимся с вами по традиции через 2 недели в следующем выпуске Quick News. Ну а также не забываем, что на нашем канале Logic Pro Help выходит много видео не только Quick News, а еще и также посвященных непосредственно Logic, другим плагинам, обучающие уроки. Уже много всего есть на канале, если вы только-только к нам присоединились. Welcome, подписывайтесь, обязательно ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. И, конечно же, заходите к нам в чат, где мы постоянно общаемся, обмениваемся опытом, делимся информацией, новостями, какими-то инсайтами и так далее. Ссылка на наш закрытый клуб в описании. Доступ туда абсолютно открыт для всех, несмотря на название. Так что просто регистрируйтесь, и вам придет приглашение. Подключайтесь, уже там больше 1000 человек. Мы общаемся, ждем вас, вас не хватает. Ну а мы с вами увидимся в следующих видео. С вами был Дмитрий Урсул. Всем пока!